Всем привет! Сегодня небольшой обзор на конструктор «Город мастеров» «Самураи», модель 270602. Это у нас мотоцикл и ниндзя с оружием. Начали мы коллекционировать с сыном всякие фигурки от супергероев. Уже достаточно много. Бралось в Озоне. И получается 6 разных моделей мотоциклов. Мотоциклы, по ходу дела, одинаковые, просто разная расцветка. И ниндзя. Тоже разные ниндзя и разное у них оружие. Собирается просто. Даже, по-моему, инструкции никакой. Нет, инструкция тоже есть. Что-то думал, что инструкции нет. Но здесь все понятно и написано. Хотя 6+, но ребенок из 3 лет уже может собрать такое. Бралось по цене меньше 100 рублей точно было. Довольно-таки такой качественный материал. Мотоцикл прикольный, оригинальный. Сын уже вот так ему меч приделал. Хотя он как бы в руке берется. Но не очень так устойчиво он стоит. То есть он здесь просто насаживается. Но без фиксации какой-либо. Вот это плохо. Остальное качество хорошее. Лучше многих китайских. Хотя это тоже Китай, конечно. Ну вот он здесь сидит. Хотя вот если туда ноги. Нет. Все равно он здесь не плотно держится. То есть его не посадил как бы. И он уже не устойчив. То есть просто так мотоцикл стоит. С персонажем уже тоже стоит, но иногда падает. Так сделан добротно. Наклейки уже. Даже не в наклейке, а покрашено. То есть наклеек нет в комплекте. И руль немножко поднимается. Ну, сейчас мы начали коллекционировать всякие подставочки. У него вот так стоит разные. Уже это отломал. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.